Наприкінці березня російський драматичний театр імені Луначарського на 5 днів відкриє свої двері для проведення фестивалю, у якому візьмуть участь творчі колективи 4 севастопольських театрів. Про спектаклі, що будуть представлені в рамках театрального заходу, йшлося під час сьогоднішньої прес-конференції. На заході побувала і наша знімальна група. Перше у Севастополі за підтримки міської державної адміністрації, управління культури та туризму, президента фонду «Інкерман» Валерія Шамоція з 24 по 28 березня відбудеться театральний фестиваль «5 вечорів» на сцені Луначарського. Я думаю, що для севастопольців теж буде, для зрителей це достатньо цікаво, коли вот на одній площадці вони побачать, ведь розумієте, коли один спектакль йде, вот, в одному театрі, ну коли збереться така, вот, ведь театр має удивительную магию, магию, энергетическую магию, любой театр. И когда эти собираются столько театров на одной площадке, то я думаю, что это потеряется эта энергия. Я даже думаю, что и спектакль будет иначе немножко выглядеть, потому что это не кино, снятое однажды. Каждый раз даже спектакль идет в обычные дни, он все равно по-разному идет. А здесь тот момент, когда мы наконец-то все встретимся, и постараемся порадовать севастопольцев. Мы не случайно участвуем в этом проекте. Наше участие это полностью соответствует и совпадает с целью, направлением деятельности и миссии нашего фонда, потому что наш фонд – это фонд социального и культурного развития города Севастополя. Поэтому в самом названии, в самом определении звучит направленность этого деятельности и этого направления. Поэтому нам этот проект очень близок и интересен. И в целом мне, как человеку, не безразлично развитие творческого потенциала в регионе, в обществе, потому что развитие этого творческого потенциала является основой развития нашего духовного развития. А соответственно, без духовного развития, ну, не может нашего будущего быть, потому что есть такая расхожая поговорка «красота спасет мир». Ну, красота не в прямом понятии этого слова, как внешняя красота, а именно, в первую очередь, наверное, красота внутренняя. Красота души и духовная красота. И без, конечно, без творчества, без искусства сформировать эту духовную и душевную красоту души внутреннюю невозможно. На фестивалі представлятимуть свої кращі творчі роботи 4 севастопольські театри. 24 березня відкриє захід академічний російський драматичний театр імені Луначарського трагедією Вільяма Шекспіра «Отелло». Наступного дня театр для дітей та молоді представить на розсуд глядачів сатиричну комедію за поемою Миколи Гоголя «Чичиков». Нашому театру випала честь працювати в дні этого мини-фестиваля в нашем городе, именно 27 марта. Что может быть лучше? Работать в свой профессиональный праздник. Для нас это такая почетная даже миссия. Очень прекрасная идея сделать вот такой парад, парад наших театральных планет нашего города. Потому что в эти 5 вечеров, которые пройдут на сцене театра имени Луначарского, это парад наших режиссеров, наших актеров, наших художников, наших звукооператоров, наших художников по свету. И это не только профессиональный праздник нас всех, людей, посвятившим себя театральному виду искусства, но это и праздник для всех зрителей, миллионов зрителей, неравнодушных, влюбленных в этот театральный вид искусства, древнейший вид искусства, который жил и будет жить всегда. Продовжиться фестиваль однією з найкращих постановок академічного театру танцю «Кармен». Далі, 27 березня, драматичний театр імені Лавриньова представить свою виставу «Я чекаю тебе на Графській». Театр імені Бориса Лавриньова Чорноморського флоту, значить, буде показувати на головній театральной площадке города спектакль под названием «Я жду тебя на Графской». Это спектакль, который чисто и полностью создан коллективом театра. То есть вот рядом со мной сидит автор данной пьесы, режиссер-постановщик. Спектакль делался к юбилею города, 225-летию города и Черноморского флота. То есть это такое, такие севастопольские фантазии, значит, 6 новелл, пронизанные, значит, новеллами любви, но через исторические личности, которые связывают наш город и Черноморский флот. Вот. Здесь есть и история нашего театра, здесь есть и Ахматова, Корнилов,
Колчак, Екатерина. То есть это такие, как бы вся история города через призму нашего видения. Я бы хотела сказать, что 27 марта для нас в этом году вообще не только праздник, День театра. 80 лет назад именно в этот день был подписан указ о создании нашего театра. Мы празднуем свое 80-летие. Для нас это роскошный подарок, что мы сможем сыграть один из лучших наших спектаклей. Действительно, как сказал Сергей Иванович, на лучшей сцене нашего города. Спектакль живет уже достаточно давно, неизменно собирает очень большую аудиторию. Мы рады, что этот спектакль дал начало акции, которая проходит уже много лет, с 2007 года, по инициативе молодежи города «Студенческий актив». Вы, наверное, знаете, что одна из сцен этого спектакля, когда молодые люди в ночь на 22 июня 1941 года отправляют в плавание кораблики со своими мечтами с Графской пристани, стала основой вот этой вот акции, которая проходит ежегодно, когда молодые люди, уже наши современники, собираются на Графской пристани в память тех ушедших 22 июня с Графской пристани и не вернувшихся в Севастополь, молодых людей запускают тоже кораблики со своими мечтами. Протягом усіх п'яти вечерів у фойє другого поверху театру буде розгорнуто виставку експозиції про історію усіх чотирьох севастопольських театрів – фото, афіші, костюми тощо. На завершення театрального заходу 28 березня відбудеться святковий концерт за участі акторів.